беттер барда ваш. Бува. Вон справка вот. Справка вот была. Выписка. Никаких ограничений отсутствует. Ну, абсолютно никакого. Ага. Нет. Улан отыластывает. Улан, ага, он там. Сказали, живите, стройтесь. Да, ага. И жильцам вот тут. В одно прекрасное утро приходят товарищи, ага. Начальники, ага. И говорят, будем сносить. Ага. Биргал олар бу путынкен на билли. Тем более. Вон бесил дака кирен тут тан олар вот. Он бесил бы олар вот. Я был на тот выход, кашу был бирн. Я на автомобиле. Именно на тылах. Поднимал на вас выход. Кашу был бирн. А? Какие головы тут тупо? Какие головы тут тупо? Алту харби хакин гирен. Тут то тут дах. На он бесил бы голора. Вот он бесил бы тут угар предупреждения голове. В охране зона. А то он тут полухта бей барта документ. Мы пар барта все в порядке. Вы видите, что мы барта. А то он полухта. То сука, он того без уверенно доктора уже. Он без никаких уже. Он там верховный газ жалует. Это пусть они оставили без изменений. Освободить охрану зону. Путем снесения. Виноватых искать не будем. Ага, виноватых искать не будем. Это не ваше дело, дилер. Ол кем будет даван, и гикор дуя таман, и гидела вот каракой. У короче, диаматын сохканын. Ану хатаска предлагай дилер, икки варья. Бира ваше кладбище ката. Кейн оған кады. Оғылар бұл онна оңын. Ага. Ану валаны бейрі біле ұрқы тоғара бұлағылы бұд, қотон дұғайылықты тоғара барда қалылы ағыз бірлік ғывал көрі. Онтан бұл бірі бәрәкті кәлін көрді бұлі. Маны қомы сүйден тұра, хаванды. Батчы оғын. Құр анық тегі. Ол оны төйіні асып қылық бейі башы бұл қолыры ол херді берер болықтырны маны бұтты кейі хатан көхін қабыт. Қолыры бұл бәрі бейі әдір ылдар бұтты. Кейі хем бір дет ұттары, қасты ғылы бұлы. Тәттен ғұрға бүппі таратты бұл маңны бүйі ұғынты ғылы бұға бұты үйләлен қамнан снимайдан олып тақтықты. Кейі онына қатшы бәйтін мұнынан ұқайы, қасты ғылы бұға қайынан ұңыстыр болады дейтін тұқтар. Кімді аны бұны бүйі қа ұлық падары күрдік дей қайан көбел бәт, оны ұлығыт таны қайдар снесігінің. Снесігінің бірін кемері көтірен нәді дейіні. Кемері дін тұтуын нәді, хем бір затыраты бөғді, ұрысқодны материал бөғді. Оны оланы кімді аны қайалы? Башы, оны қайда ары тұқты. Кеге өйді әбәт қата, өйгер болпы. Чтобы проследить, контролировать безопасность, сколько должны исследовать, через какое время, какой промежуток, ну, какая этапность, какая... Это, наверное, в пределах полугода все равно займет, потому что там еще, если тех условий мы разработаем, можно будет через Минстрой России получить одобрение. Ну, процедура достаточно длинная. Мы тех заданий уже подготовили, направили уже. Нет, я имею в виду, для обеспечения безопасности вы через какое-то определенное время должны проверять. А, обслуживание газопровода. Обслуживание газопровода. Да, да. У вас, например, через сколько? У нас по графику раз в квартал, по нормативам. Давайте каждый месяц проверять и продлевать. Мы здесь уже новый регламент приняли, значит, каждую неделю проверять. Вы каждую неделю проверяете, то есть вы тут. Мы параллельно технические условия сделаем. Примите зону. Примите, договаривайтесь, города скажите, пусть живут люди, не беспокойте. И потихоньку начинайте думать, как зону безопасности усилить и контроль усиливать, и график сокращать, проверки. Тогда будет нормально. Если что вдруг будет прогнозироваться, сразу людей предупреждать. Все остальное будет нормально. Поэтому Оларун, живите, скажите. Успокойтесь, ладно? Ага. Просто они график, я сейчас поговорю с ними, они график проверки, если каждый квартал один раз, то мы сделаем, вот они говорят, каждую неделю будут проверять состояние дела. Тогда мы будем знать, как она будет протекать, как она будет выглядеть и так далее. То есть мы с этим мы усилим контроль за безопасностью. В этом случае вы можете спокойно жить. Конечно, многие вопросы будем регулировать еще дальше. Потом, может быть, создадим какую-то зону безопасности. За счет государства, за счет предприятий, которые мы говорим, все зарабатывать деньги на газовую службу. Это? Это... Иск вы все приостановите? Да, приостановили уже. Потрем сейчас на той неделе будет. Ну так, пока пойдет так. Хабилихатану, да? Хабилихатану.